пистолет куда делся, который стрелял? Свой пистолет выбросил в речку. Где? А как выходишь от нас? В речку, а? Там в Грузии, что ли? В Грузии, да. Как выходишь, сразу выбросил. Остановил машину. Его пистолет тоже забрал. А сейчас что за пистолет у тебя нашли? Чей пистолет? Чей пистолет был? Какой пистолет? У меня для ногти нету, это, чтобы пострить ногти, видишь? Это как говорю, ногти сушь. Сейчас у тебя пистолет с собой не был? Не было, ради бога, не было, ты же знаешь. Вот. И так. А какой у тебя статус в криминальном мире? Я? Да. Статус что это? Ну, кто ты? Вор, вор в законе или просто вор не имеет? Вор в законе. Вор в законе. А кличка у тебя какая? Ну, кличка. Какая разница? Кличка. Мне ну, Томас зовут. Томас зовут. Но в криминальном мире у тебя есть кличка? Ну, в криминальном мире нет. Бабушка меня назвала в детстве Коса. То есть так тебя и сейчас? Бабка дала мне эту погоняла. 12 лет меня считали убийцей. Я не убийца. Я вор. Я не убийца, я никого значит, не убил. Значит, ты коронованный вор в законе, да? Да, конечно. Коронован в Грузии был? Да. А в каком году? Ну, я что помню, что... Раз ты сидел. Сидел. А какие статьи, за что? За что? За кражу, за надзор, за нож подкинули, как вы сейчас. Понятно. А. И за все такое... А в Москве сколько времени находишься? Шесть дней. Шесть. А откуда приехал в Москву? С Курска. В Курске ты все эти 10 лет постоянно проживал? Да ты что, какой постоянно? Ты только приехал в Курск. По всей стране мотался? Да, на Сахалине бил. И в Иркутске бил. А тебя задерживали за эти 12 лет? В Греции бил. За 12 лет за эти тебя задерживали? Задерживали, да. Задерживали?